Саранские подвели итоги республиканской акции поисковых, исследовательских, научных и творческих работ школьников и студентов «История школы в истории Мордовии». Проект организован при тесном сотрудничестве Республиканской архивной службы, а также МГПИ имени Евсеевьева с целью консолидации деятельности ученых, краеведов и простых обывателей. За минувший год поступило более 120 исследований, в которых авторы рассказали о традициях отдельно взятых учебных заведений. Причем наравне со школьниками Саранска свои работы представили школьники из Кадошкинского, Темниковского, Инсарского, Ковылкинского и Дубенского районов. 5 различных номинаций и более 50 награжденных, чьи исследования теперь будут использоваться в экспозиции Виртуального музея педагогической славы Мордовии, а также войдут в фонды Центрального архива. Из летописи школы, традиции, повседневность, быт. Это 58 работ. И 26 работ было представлено в номинации «Об учителях». 19 работ, которые исследователи представили, «Педагогические династии». 13 работ так называемой номинации «Устная история». Это аудиозаписи, видеозаписи, это фотоальбомы и так далее. И 9 исследований были посвящены школам, которые были открыты в дореволюционный период, но в последние годы из-за малокомплектности закрыты. Организаторы верят, что у проекта «История школы в истории Мордовии» большое будущее. И что в 2017 году желающих рассказать о своем общеобразовательном учреждении будет еще больше.